Добрый вечер. В эфире итоговый выпуск «Вести. Карачаево-Черкесия». Права людей, находящихся в местах принудительного содержания, об этом сегодня говорили на заседании в Общественной палате Карачаево-Черкесии. Эти находки помогут ученым раскрыть еще больше тайн. В районе села Красный Курган обнаружены новые артефакты – останки древних поселений. Новый подход в изучении физики, как привлечь детей к предмету. Ответы на эти вопросы знают в школе села Холодно-Родниковского. Дети учатся языку вместе с их героями. Персонажи известных мультфильмов заговорили на родных языках нашей республики. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов и руководитель управления Россельхознадзора по СКФО Тимур Ашхунов обсудили вопросы взаимодействия в сфере ветеринарии. Рассмотрели вопросы взаимодействия в сфере ветеринарии, фитосанитарии, контроля за эксплуатацией земель сельхозназначения и государственного мониторинга пищевой продукции. Рашид Тимрезов поблагодарил коллектив Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора в лице Тимура Ашхунова за совместную продуктивную работу с регионом. Права человека, находящегося в местах принудительного содержания. Об этом сегодня говорили на заседании в Общественной палате Карачаево-Черкесии. Контроль за выполнением прав проводит специально организованная наблюдательная комиссия. Сегодня ее состав пополнился в лице священника Александра Гурина. Присутствующие на заседании обсудили насущные вопросы. Как и прежде, пристальное внимание уделяют трудовой занятости осужденных, их бытовым условиям и содержанию, качеству медицинского обслуживания. Председатель Общественной наблюдательной комиссии Республики Руслан Джанибеков отметил, что грамотно выстроенный общественный контроль усиливает государственные институты. Территория Карачаево-Черкесской Республики, получается, есть места содержания заключенных. Это изоляторы временного содержания, следственный изолятор на территории Карачаево-Черкесской Республики. В единственном экземпляре, как говорится, вот мы осуществляем контроль за соблюдением прав заключенных вот в этих местах содержания. А каким образом мы туда следуем, мы извещаем об этом специализированное учреждение, будь то органы МВД или будь то органы УФСИН Карачаево-Черкесской Республики, что в таком-то составе такая-то комиссия по такому-то вопросу, грубо говоря, будет осуществлять контроль в таком-то учреждении. После чего, грубо говоря, мы едем на место и осуществляем контроль, и поставленные перед нами цели осуществляем. Какие тайны прошлого хранит наша земля? Объединенная археологическая экспедиция авторитетных вузов и исследовательских центров страны завершила очередной полевой сезон на Раннеоланском городище в районе села Красный Курган. Ахмат Халкечев продолжит. В нынешнюю экспедицию под руководством доктора исторических наук, профессора Института археологии РАН Дмитрия Коробова вошли специалисты МГУ, Государственного академического университета гуманитарных наук, а также студенты Высшей школы экономики. Штатным антропологом экспедиции является наш земляк, сотрудник научно-исследовательского института и музея антропологии МГУ имени Ломоносова Унгар Чагаров. Само погребение – это камера подземная, катакомба, большая полость под землей, где лежит покойник со всем необходимым сопроводительным инвентарем, с посудой, в которую была положена заупокойная пища, предметы вооружения. Если это женщины, там и украшения бывают, и так далее, женское погребение. Вот, собственно, из-за того, что они были еще тогда разграблены, лет 100 примерно спустя после того, как были погребены, нам достались в буквальном смысле остатки из того, что к ним было положено в могилу. Но даже эти остатки представляют собой большой научный интерес. Могильник раннеоланского периода удалось обнаружить еще в 2012 году. Благодаря большому количеству изученных архивных материалов, различных топографических карт и космических снимков, первым нашли Левоподкумское городище. Ну а дальше с помощью геомагнитной разведки было выявлено и место погребения жителей древнего поселения. Исследования показали, что под землей могут быть катакомбы. Погребение относится к дохристианскому периоду Алан, а это вторая половина 3-го, начало 4-го веков нашей эры.
как в плане предметов материальной культуры, типа украшений предметов вооружения, так и в плане накопления палеантропологического материала для последующего изучения популяционной истории методами антропологии и генетики. Это очень важно. Это очень современные развивающиеся методы, которые практически дают совершенно... открывают совершенно новый значительный пласт информации о прошлом. Особенно это важно в деле изучения народов, бесписьменных народов, у которых своей собственной письменности не было. За более чем в 1500 лет на территории не осталось никаких обозначений, которые могли бы указывать на наличие погребений. Земляные раннеоландские городища имеются на пространстве, начиная с среднего течения Терека до территории нынешней Карачаево-Черкесии. Само Левопадкумское городище, кроме разработки топографического плана, на данный момент практически не исследовано. Субъективное мое мнение, из того, что мы нашли, на мой взгляд, наиболее яркой находкой является наконечник копья, пики, можно сказать, поскольку в письменных источниках аланы описаны как конные копьеносцы. А наконечников копий не так много найдено в аланских погребениях. Это своего рода было противоречие, но, скорее всего, мы их не находим, потому что они разграблены. Со временем, скорее всего, начнем накапливать те находки из аланских погребений, которые как раз начнут подтверждать сведения из письменных источников о том, как они были вооружены, какая у них была тактика и так далее. В текущем сезоне экспедиция завершила свою работу. Раскопки по плану, как и предыдущие, возобновятся в первой половине августа и продлятся до середины сентября следующего года. Ахмат Халкечев, Ренат Муков, при содействии Учкикен ТВ, Вести Карачаево-Черкесия. 27,5 тысяч жителей Карачаево-Черкесии приняли участие в акциях «Зеленая Россия» и «Вода России». Как сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии республики, в уборке территории было задействовано более 450 единиц техники, ликвидировано 96 несанкционированных свалок и собрано более 320 тонн отходов. Основная цель Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» – объединить всех, кого беспокоят проблемы и вопросы экологической безопасности и экологического воспитания. Сейчас прогноз погоды, а после продолжим. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах сильный, ночью и утром местами туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем будут порывы до 14. Температура ночью 8-13, в горах до плюс 7, днем 16-21 градусов тепла и местами до плюс 12. В северных районах высокая пожароопасность. В Черкесске небольшой дождь, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14. Температура ночью 11-13, днем 20-22 градусов тепла и высокая пожароопасность. Продолжаем выпуск. Семьи Карачаево-Черкесии, у которых на сертификате материнского капитала осталось менее 10 тысяч рублей, смогут получить эти средства в виде единовременной выплаты. Об этом сообщают в отделении социального фонда по Карачаево-Черкесии. Для получения единовременной выплаты нужно подать заявление на портале госуслуг либо в одну из клиентских служб отделения социального фонда или МФЦ. Заявление будет рассмотрено в течение 10 рабочих дней, а перечисление средств займет не более 5 рабочих дней. Деньги будут перечислены на банковский счет, указанный в заявлении. Всероссийский день физики отметили в школе села Холоднородниковского. Учащиеся вместе с педагогом провели открытый урок, на который пригласили и съемочную группу «Вестей». Подробности в сюжете Артура Мкце. Всероссийский день физики считается крупнейшим научно-просветительским проектом страны для учащихся средних и старших классов. В числе тех, кто ежегодно принимает в нем участие, ведущие образовательные площадки России. На этот раз к масштабной акции присоединились и школьники из села Холоднородниковского. В точке роста были организованы открытые уроки, на которых ученики постарались показать все то, за что они любят этот предмет. Что мы видим на этом рисунке? Планеты. Планеты, пожалуйста, Карин. Мы видим на рисунке планеты. Планеты Солнечной системы.
ставим на середину. Сейчас все произойдет. И вода исчезает, и мы берем. Этот опыт можно отнести как к урокам физики, так же и к урокам химии, которым вы в дальнейшем будете изучать. Потому что здесь происходит взаимодействие молекул. Но по физике это у нас диффузия. На занятиях школьники в увлекательной форме стараются донести необходимую информацию. Ведь одно дело преподать все сухо, и совсем другое рассказать, применяя фантазию, заинтересовав ребят нестандартным подходом, например, костюмированным представлением. Я занимаюсь на курсе физика в задачах. Очень понравилась доступность к изложению сложных тем. Интересный подход. Даже играли в игры. Качество обучения наивысший балл. Очень приятная атмосфера. Чувствую себя комфортно на любом уроке. Спасибо команде «Точка роста». Изучать физику интересно и важно. А благодаря знаниям этого предмета ученикам открывается большое количество возможностей, которые, несомненно, приведут их к блестящей карьере. Сегодня на уроках и внеурочных занятиях прошли увлекательные научные опыты, где дети открыли для себя что-то новое, узнали о передовых достижениях в физике, математике и инженерии. В рамках национального проекта образования в школе сентября 2021 года открыт центр «Точка роста» естественно-научной и технологической направленности. В точке роста этой школы у ребят есть возможность помимо физики углубленно заниматься по химии, биологии и технологии. Кабинеты оснащены современным оборудованием. Педагоги стараются осваивать передовые методики преподавания. То есть делается все возможное, чтобы у школьников сохранить интерес к дисциплинам, научить их работать в команде. Артур Мхце, Ахмат Чучаев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Прикубанский район. Герои известных мультфильмов заговорили на языках народов Карачаево-Черкесии. В Черкеске зрители могли увидеть звездных персонажей на карачаевском, черкесском, абазинском и ногайском языках. Кто организовал показ и насколько этот проект важен для жителей нашей многонациональной республики, расскажет Алла Качиева. Возможность посмотреть известный мультфильм на большом экране, причем на своем родном языке, была у каждого жителя Карачаево-Черкесии. Бесплатный показ мультипликационных картин на карачаевском, абазинском, ногайском и черкесском языках во Дворце культуры Черкеска организовал Ставропольский Карачаево-Балкарский культурный центр «Алан». Это актуальная проблема изучения родного языка подрастающим поколениям, и мы считаем, что вот различные фильмы, мультфильмы, особенно которые будут транслироваться на больших экранах, они благотворно влияют на стремление изучения родного языка, а народ, который познал свой язык, он лишается части себя, самоидентичности и со временем растворяется в том округе, в том народе, среди которого он проживает. Поэтому, дабы не допускать подобных ситуаций, вот мы решили инициировать такое мероприятие. Я надеюсь, это наше хоть и первое подобное, но не последнее мероприятие. И вот на экране мультфильм «Зверополис», герои которого заговорили на карачаевском языке. Работа по дублированию на родной язык была проведена силами Ставропольского культурного центра «Алан». Мультфильм в итоговом варианте стал носить наименование «Ставрополис». Картину уже увидели около 2000 зрителей, которые оставили много положительных отзывов. Мне очень понравилось, это было очень круто. Там смешные моменты, грустные. Мне очень понравилось. Придешь ли на следующий мультик? Да. Хочу, чтобы почаще было так. Организаторы уверены, что показ этих мультфильмов заключается не только в популяризации родного языка, также это способствует укреплению культурной идентичности. Они очень важны, они очень нужны. Наше новое поколение, которое разговаривает наполовину на родном языке, наполовину на русском языке, думаю, как говорит, нет языка, нет нации. Нужно сохранять нашу нацию. Наши предки старались ее сохранять. Многое терпели за этого. Думаю, что на сегодняшний день для нашей нации это на первом месте. Я считаю, что очень важны для того, чтобы наше подрастающее поколение больше ближе к языку было. И чтобы язык понимали и разговаривали на нем. Я думаю,
очень полезно это будет. Вниманию зрителей был представлен мультипликационный фильм, пополнивший адыгскую кинотеку «Голливудский король лев». Поучительные моменты, где герои учат дружить, взаимовыручки, в целом интересный сюжет и харизматичные персонажи, очень понравились пришедшим на просмотр. Мне очень понравилось. Были немножко грустные сцены, а немножко веселые. А все ли ты понимала вообще в мультфильме? Да. На экране Дома культуры Черкесска сказочная Рапунцель заговорила на абазинском. Известный и любимый многими мультфильм перевели на один из сложных языков мира по просьбе родителей, которые хотели, чтобы их дети смотрели анимационную ленту и заодно изучали родной язык. Если честно, я когда увидела афишу, мне было очень приятно, потому что наши дети, к сожалению, теряют этот язык, особенно вот абазинский язык. И я с удовольствием, хотя, к моему сожалению, мои дети абазинский язык не разговаривают на абазинском, но понимают, они с удовольствием посмотрели, и я вот поняла, что с этого дня я буду с ними разговаривать, потому что для сохранения языка, для сохранения культуры абазинского это все нужно, это все очень важно. Сезон охоты, переведенный на ногайский язык, также никого не оставил равнодушным. Мультфильм не только смешной, но и познавательный. Он рассказывает о том, что даже вопреки обстоятельствам нужно быть всегда человечным, понимающим, добрым, не бояться опасности. А главное, не предавать друзей никогда. Весь контент, который направлен в сторону детей, они очень быстро это впитывают и очень быстро как-то отражают в быту, в их поведении. Поэтому очень важно с малых лет прививать нашему младшему поколению, да и не только младшему сейчас, в принципе, всему молодому поколению, любовь к родному языку, любовь к общему такому ментальному, национальному самосознанию. Вот, несомненно, это большое и непосредственно такое приоритетное значение имеет. Мультфильмы становятся инструментом передачи народных традиций и историй. Они помогают молодому поколению лучше понимать свои корни и обычаи. Сохранение языка через арт-культуру – важный шаг для будущих поколений, уверены организаторы. Алла Качиева при содействии Ставропольского Карачаево-Балкарского культурного центра «Алан» в «Вести Карачаево-Черкесия». Сегодня в Кабардино-Балкарии стартовал Кубок Кавказа-2024. Это самое грандиозное мероприятие конного мира. Сегодня около 200 всадников выехали из Баксана. Следующая точка урочища – Джилысу, оттуда в Улуч-Кулан, затем в Цибирду, после Аксаутское ущелье, Архыз. Конечной точкой станет станица Сторожевая Зеленчукского района. Конники в пути уже 6 дней, и пройдут они более 300 километров. Маршрут пробега проложен по самым красочным местам Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии с видом на главный Кавказский хребет и Эльбрус. Призовой фонд – 2 миллиона рублей. Цель пробега – пропаганда возрождения традиционного коневодства. 3 медали и 4 путевки на первенство России завоевали дзюдоисты Карачаево-Черкесии. По итогам соревнований серебро получили Анзор Гогов и Астемир Чагов. Бронза у Тимура Тикеева в категории плюс 100 килограммов. Ислам Акбаев вошел в пятерку сильнейших, сообщили в Минспорте Республики. Это все вести, которые мы успеваем вам рассказать. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Дама с собачкой». Всего доброго. До встречи.